Я не прячусь. Не скрываюсь. Я не проиграл. Я должен доминировать. Почему тогда волнуешься? Страх. Ярость. Смотри, в кого я превратился. Меня судят. Спасибо твоему мужу. Мы дома. И мы теперь снова мы. Он совершил грёбаное преступление. Может быть, но это тебе не поможет. Перестань торговать, пока обвинения не снимут. Пусть они торгуют за тебя. Акс, еще на шаг ближе к тюрьме. И скоро во вселенной воцарится порядок. У меня к тебе предложение. Если ты его примешь, ты не уволен. Все миллиардеры, а Бобби Акселерот в особенности, неосторожны. Их устраивает только полная победа. Знаешь, что случается с такими парнями, когда они прыгают выше своей головы? Он хочет получить все. До капли. Сурово. Мне нужна полная, безусловная преданность. Деньги, Бобби. Не потеряй их. Хотите сказать, что у вас с женой нет секретов? Думаю, некоторые все же есть. Ты должен перестать так звонить. Знаю. Твоим людям нужен лидер. Им не можешь быть ты, так что им стану я. Мы не можем упасть ниже планки. Смотри, если так откусишь, можешь не проживать. Мы на одной стороне? Да, конечно. Правда, сейчас не совсем. Ваше присутствие здесь ставит все под угрозу. Ты знаешь, на что я готов, чтобы прикончить его. А на что готов пойти он? Не знаю, кого ты хочешь уничтожить, но хватит. Какой стимул сильнее? Страх или деньги? Миллиарды. Третий сезон.